Здорово всем, ребят! Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Дистри, и вы находитесь на моем канале. И сегодня у нас очередной везунчик в нашей рубрике «Прокачка аккаунта подписчика». Ребятки, ролик бомба, как всегда, жду от вас куча лайков, куча подписок. Ведь благодаря вашим лайкам зависит выход моих новых видосиков. Чем больше лайсей, тем больше видосиков. И, как всегда, каждый из вас может попасть в мою рубрику. Каждый из вас, просто каждый. Так что, ребятки, всех жду, а мы приступаем к просмотру. Погнали! Здорово всем, ребят, всех приветствую, всем доброго времени суток. С вами Дистри, и вы находитесь на моем канале. И сегодня у нас новый везунчик, который попал в мою рубрику «Прокачка аккаунта подписчика». Ребятки, надеюсь, ему повезет, ведь, по крайней мере, пока кому прокачиваю, всем везет. Посмотрим, повезет, улыбнется ли ему сегодня удача или не улыбнется. А вас я прошу, ребятки, подписаться на канал, поставить лайкусик. Только благодаря вашим лайкам зависит выход моих новых роликов. Так что, чем больше поставите лайков, чем больше подпишитесь, тем больше я буду выпускать таких роликов и постараюсь каждому из вас прокачать аккаунт. А мы приступаем к прокачке. Погнали. Ну что, для начала, как всегда, покупаем мы ему ящик. Тут у нас 20 прокрутов лутбоксов и 300 кристаллов. Покупаем? Покупаем. Так, я сейчас вас на секундочку спрячу, хорошо? Кодик мы ведем. Секундочку. Сейчас я вас верну, братцы. Сейчас я вас верну. Так. Так. Вот и все. Недолго мы с вами. Я снова с вами. Ой, посмотрим. Как же ему все зайдет, интересно. Зайдет или не зайдет? Так, открыть. Все нормально. Все у нас шикарно. Ну что, начинаем, конечно же, с самого верха. Так, по поводу прокрутов мы ему еще посмотрим, как зайдет. Так, давайте сначала начнем с чего? А начнем мы с чего? Конечно, дадим джекпот. Дадим джекпот и попробуем покрутить ему пантеру. Черную пантеру постараемся ему выбить. Не знаю, получится, не получится, не знаю. Может даже и получится. Посмотрим, в общем, как повезет. Ну все, ребятки, давайте, держите за меня кулачки. Поставьте обязательно лайкусик, подпишитесь. А мы погнали. Так. Вашу энергию. Поехали, выбиваем собаку. Погнали. Раз, два, три. Поехали. Давай, пожалуйста. Не смотрю. Бляха-муха, что ты будешь делать? Опять выпало. Да ладно. О! Насколько это просто, насколько у вас жесткая энергия. Как это приятно, просто, насколько это классно, опять выпало. Первые попытки просто. Ребятки, этого стоит просто лайка. Четкого царского лайка, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайкусик. Как ему повезло, просто выбили ему черную пантеру. Есть. Наконец-то. Ребятки, по крайней мере, пока я выбиваю с первого раза. Просто вот... Насколько мне фартит. Ну, все для вас. Ребятки, каждый из вас может попасть в эту рубрику. Главное, все подписывайтесь, ставьте лайкусики обязательно. Ведь только вы будете мотивировать и поддерживать меня своими лайками. И мне будет все охота больше и больше выпускать таких роликов. Ребятки, настроение поднялось на процентов 50. Еще выбить бы парочку оружия на постоянно. И все. И вообще шикарно. Какая она крутая, эта черная пантера. С первого раза, ребятки. И между прочим, у него было 40 прокрутов. Было 40 прокрутов. Просто. Ребятки, это стоит завести просто лайк.
Спасибо за вашу поддержку, спасибо. Ну все, пантера у нас есть, все шикарно. Ой, какая она крутая, эта пантера, а. Просто какая она крутая. Просто какая она крутая, а. Ребятки, ну поехали куфи дальше. Давайте покрутим мы с вами, знаете что? Покрутим, начнем дальше крутить так джекпотик. Что мы ему сделаем? Крутим дальше мы ему что? 7. Крутим, ребят, инкубатор. Сегодня постараемся максимально выбить вам подарки. Просто максимально, братцы. В предыдущем ролике у меня выпало 3 чертежа и 1 камень. Мне никогда чертежи не выпадали, а тут начали выпадать. Я не знаю, с чем это связано. Но попробуем, не знаю, может тут тоже повезет по поводу чертежей. Попробуем, ребятки. Погнали. Давайте сначала один раз. Крутанем. Один раз. Блин. Теперь погнали, ребят, 180. Давай. Блин. Камень. Алмазный купон. Ребятки, камень выпал. Ладно, ничего страшного. Пробуем еще раз. Почти, ребят. Почти. Нормально. Я считаю, это шикарно. То, что мы ему выбили эту пантеру, ребят, это уже хорошо. 150 скрытый купон. Хорошо. Так, что мы еще делаем? Что мы еще делаем эту подписчику? Правильно. А делаем мы еще вот так вот. Так, сейчас. Так, где? За 149 рублей покупаем ему еще 5 прокрутов и 5 прокрутов алмазного джекпота. Точнее, оружейного джекпота. Так, покупка. Сейчас, ребятки, поставьте лайкусик пока, братцы. Ага. Насколько это классно. Просто выбили с первой попытки пантеру. Просто бомба. Просто бомба, ребятки. Этого стоит лайка. Вот я вам серьезно говорю. Это стоит лайка. Просто лайка. Фух, насколько это классно. Просто. Так, погнали. Так, что мы крутим? Так. 5 прокрутов у нас джекпота. Погнали. Давай, Муланчик, приди. Приди, Муланчик, к нам. Я тебя очень прошу. Так, не повезло. Давай. Пожалуйста. Давай. Ну, я тебя очень прошу. Ну, будь ты человеком, а. Не хочет быть человеком. Хочет быть редиской. Пожалуйста. Блин. Ну, что ты будешь делать, а? Погнали еще раз. Не смотрю. Не смотрю. Блин, 3 дня золота. Фигня. Еще раз. Ну, сделай ты красиво. Ну, дай ты подписчику порадоваться. Ладно. Еще один прокрут у нас есть. Что вашу энергию чувствует? Поехали. 1, 2, 3. Погнали. Давай. Пожалуйста. Ах ты скотина. Ладно. Оружейный джекпот. Поехали. Крутим. Пожалуйста. Так. 24 часа. Фигня. Крутим дальше. Ну давай, сделай красиво. 24 часа. Фигня. Ребятки, нам нужно хотя бы на дни. Хотя бы минималка. 3 дня. Уже что-то. Более-менее можно повоевать. Пожалуйста. 24 часа. Вот редиска, а, смотрите. Такая редиска просто. Ну пожалуйста. Ладно. Еще купончик есть. Поехали.
Поехали. Нет. Ну ладно, ничего страшного. Погнали крутить лутбоксы. Лутбоксы. Надеюсь, в лутбоксах нам больше повезет. Открыть сразу два. Какой-то дробаш крутой, ребят. Согласны со мной, братцы? Какой-то крутой дробаш, а? Просто. Он должен нам сегодня выпасть. Должен. Да, постоянно. Поехали. Первый прокрут пошел. Делаем вот так. Как он на нем смотрится, да? Четко. Открываем. Три дня. Нормально. Три дня, это еще куда ни шло. Три дня. Пойдет. Так, калаш. Калаш тоже бомба, ребят. Он четкий. Пробуем. Три дня. Нормально. Фомасик. Какой четкий фомасик. Тоже. Крутим. 24 часа. Фигня. Так. Топ игрок. Так. Супер. Супер комбинация. Супер комбинация. Открываем. Поехали. 24 часа. Фигня. Давай. Сделай красиво. Сделай красиво. 24 часа. Вот 3 диска. Калаш, ну ты не подведи, братик. 3 дня. Нормально. Топ игрок. Давай. 7 дней. Нормально. Лунная походка, давай, Джеки. Майкл Джексон, сделай красиво. Сделай нам лунную походку. 24 часа. Фигня. Топ игрок. Открываем. 7 дней. Нормально, МП-40. 7 дней. 7 и 15 дней, это самые топовые числа, ребят. Открываем калашик. 24 часа. Херня. Так, оставим на вкусняшку. Давай, лунная походка. 24 часа. Странно. Ну-ка. 24 часа. Фигня. Давай, калашик. Что тут неладное? Кто-то на меня порчу навел, скорее всего. Это мне на постоянно что-то ничего не выпадает. Алло. А если мы так сделаем? Открыть два сразу. 7 дней, 3 дня. Нормально, уже полмесяца есть поиграть им. 3 дня и... 24 часа. Ну что, ребят, могу сказать. Ребятки. Открыли пантеру ему. Это уже плюс. Камень. Это уже плюс. Вещи. Полмесяца можем поиграть на офигенном дробаше. Ребятки, это тоже большой плюс. Большой плюс. Ребятки, если вам нравится моя рубрика, если вы хотите в нее тоже попасть, тогда жду от вас просто миллион лайков, миллион подписок. Буду каждому подписчику и каждому лайку очень сильно благодарен. Спасибо вам всем за поддержку, за ваш актив. Ребятки, я с вами прощаюсь ненадолго. Ненадолго. Скоро к вам вернусь. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Ребят, всем пока. Love you.